Приветствую, друзья! Всем моя любовь человеческая и уважение, и сопереживание, и способность вместе созидать. Это и есть самое главное, что есть в человеке. На нашем новом вебинаре вы узнаете приемы, с помощью которых можно снимать быстро стресс, подбирая действия простейшие, которые вызывают состояние облегчения, освобождения сознания от шаблонов страха, стереотипов и подражания авторитету. И вы узнаете в этом состоянии нуля, кто еще не умеет, научится быстро получать, потому что там будут новые приемы, и узнаете, как в этом состоянии нулевой безмятежности вы начинаете понимать, как решить волнующий вас вопрос. И вы начинаете понимать, как связать несвязанное между собой. Потому что очень много вопросов и очень много ответов в нашем подсознании. И вы научитесь сразу, быстро на этом вебинаре, а потом уже путем повторений закрепите полученные навыки и получите домашнее задание. Этот вебинар будет просто бесподобный, потому что там многие из вас научатся управлять своим состоянием так, как раньше делать этого не могли, и решать такие вопросы, и достигать таких ответов, которые вам казались вообще недостижимыми. Да, поэтому, пожалуйста, запомните изначально или даже себе запишите на бумажке все свои жалобы, например, тревожность беспричинная, нарушение сна, нарушение, например, работоспособности, беспокойство беспричинное или там головные боли, или, например, давление подскакивает. Ну, много чего у вас там может быть. Напишите на бумажке заранее, чтобы после вебинара сравнить, и вы увидите потрясающую разницу. Вот ради этого. И еще, чтобы сказать вам, что безвыходных ситуаций никогда не бывает. Потому что человек по природе своей, каждый из нас хороший, только иногда он попадает в стрессы, и тогда он бывает или в недосыпе, или еще в каком-то состоянии, бывает раздраженный, у него внимание сужается на своих проблемах, и он ничего не слышит, ничего не видит, только занят выживанием. А мы сделаем так, чтобы мы могли вместе быть счастливыми, потому что будем созидателями, а не только выживателями. Поэтому до встречи, друзья!